Имя живущей в Нью-Йорке Любы Юсуфовой хорошо известно не только в США, но и в других странах, где проживают горские евреи. Уроженка азербайджанского города Гусары, Люба – общественный деятель, литератор, преподаватель русского языка и литературы, а также языка иврит, член Союза писателей Израиля. Я с детских лет любила читать, писать и сочинять. Училась в русской школе и очень полюбила свою учительницу по литературе Розу Асадулаевну Рзаеву, которая привела мне любовь к русскому языку и литературе. Когда она перед классом читала наше сочинение и начинала хвалить некоторых учеников, меня это очень интриговало. Я восхищалась ею и уже тогда решила, что, когда подрасту, стану такой же, как наша замечательная учительница. Так в детские годы я украдкой ото всех стала сочинять, а также вести свой дневник, но никому не решалась их показывать. В настоящее время я пишу на трех языках – джури, русском и азербайджанском, хотя владею еще и ивритом и другими языками. Поэзия – самая эмоциональная из искусств. Люба Юсуфова посвятила два стихотворения светлой памяти известного народного поэта, прозаика и драматурга Рашбили бен Шамая Шамаева. Их она написала на двух языках – джури и азербайджанском.